для меня Распутин разный. Он очень сильный, энергетически сильный. Он притягивает внимание. И для меня он такой борец добра и зла. И оно все внутри него происходит. Возможно, его внутренние демоны, внутренняя темнота какая-то внутри него все-таки победила. Кто-то скажет, что он хороший, кто-то, что он злодей. Ну, каждый должен сам выбрать, как он его видит, но у него много человеческого, много того, что внутри самих.